Всем привет, друзья! С вами Дженикус и... Бенджамин. А кто я? Бенджамин. Вот. Сегодня Бенджамин помогает мне в необычном деле. Это дело касается не файтингов. Не файтингов, а квеста. Сегодня мы проходим на ретро-челлендже. У нас 10-й, у меня точнее, 10-й юбилейный в кавычках ретро-челлендж. И сегодня он будет необычным, потому что проходить мы его будем не на приставке, не на ретроне, а на PC. Вот. И это будет квест под названием The Neverhood. Наверняка в 90-х вы это название слышали и неоднократно, потому что это очень известный квест. Про пластилиновых человечков. Про пластилинового человечка, да. Перед тем, как мы начнем, это я уже блокнотик себе подготовил, чтобы записывать там загадки всякие и прочее, отгадывать. Так вот, перед тем, как мы начнем прохождение, скажу, что существовало две версии перевода этого самого Неверхуда. Это фаргусовский, официальный, и от дядюшки Ресерч пиратский. Именно пиратский в 90-е завоевал огромную любовь российской публики, и именно дядюшку Ресерча мы сегодня будем проходить. Ура, товарищи! Ну а я так фоново поддержу беседу, хотя я знаю этот квест, я его даже где-то когда-то играл, но все забыл. Посмотрим опенинг. Так. Стопе. Переведена фирма «Дядюшка Лисёч». Ба! Расплавленный пластилин. Стоит сказать, что этот сей шедевр квестовой анимации был создан из настоящего пластилина. Вот. И в этом переводе он переведен как «Не верь в худо». Что оригинально, да? Ну, в смысле, необычно. Весьма, весьма, да. Пластилиновые хроники. Вот. Пока идет опенинг, вам расскажу немножко об этой игре. Эта игра была создана для Windows 95. Поэтому сегодня запустить ее на семерке представляет достаточно большую проблему, потому что там очень много всякого дерьма выскакивает. Но инструкции есть. Даже там какая-то инициативная группа создала некий там какой-то там файл. Специально, чтобы Windows 7. О. Вот. Начинается игра с главного героя. Да. В оригинале его зовут Клеймен, что переводится Клей – глина, мен – человек. Ну, понятно. Можно я скажу общее слово и правильное слово «человек» – глина. Да. Да. Глинный человек. Здесь его зовут Глинком. Глинком. Что тоже оригинально. Ну, и мы немножко, да, из-за того, что для Windows 95 тут мерцает что-то. Сейчас Женя нам покажет класс прохождения квестов. Наверное, уже неоднократно проходил этот квест. Очень много раз. И все знаешь и понимаешь, да? Да, и я покажу некоторые фишки. Например, вот если нажать эту кнопку, что должно вроде как открыться дверь, а нет. Вот мы ржали тогда с этой получаешь фишкой. Сразу табло. Очень важно нажать вот эту баранку, потому что... Именно правую самую? Да. Потому что она включает этот самый радио. Ну, потом я тебе расскажу. Ой, не в ту сторону. Ты так мило его двигаешь. Двигаем. Смотри, какой он добрый. Так нет, так осторожно. А вот эта баранка открывает нам дверь. Ух ты! Да. Это для того, чтобы он держал. Да, О, я помню эти ролики. Не, на самом деле я, ну, вот когда видел игру первый раз, было мне очень интересно, но это когда-то еще было очень давно. Но я не знаю, про что она, где
как проходит. Поэтому мне, как и всем зрителям, будет очень интересно посмотреть, если кто никогда не играл. Да, вот эти вот они проходили. Кассеты мы собираем по уровням постоянно. Они рассказывают нам всю историю Неверхуда. Пятнашки. Очень ненавижу пятнашки, честно признаюсь. Для меня всегда проблема пятнашки сделать нормально. Так. Короче, надо сделать букву H. Ну да, чтобы они все сошлись. Никто не любит пятнашки. Ну ты давай, пятнай. У меня всегда такой рандом. Там. Ну вот этот перегонишь вправо. Отличный скилл показывает Дженнику с комба на 50%. Ну, пока я занимаюсь пятнашками, скажу, что эту игру создал Даглас Теннейпл, известный тем, что он является создателем червяка Джима. Я люблю Джима. Все любят Джима. На Sega, а потом и на Super Nintendo там тоже создавал. Так, блин, сейчас... Вот так и играем. Оп. Да ладно. Да ладно, сделали, короче. Мозг Жени справился с задачей. Все, мы открыли эту... Первоклассника, поехали. Ну, спасибо. Короче, берем эти кассеты и повсюду, по всем уровням разбросаны эти фишки. Ну что, там проигрывали? Да. Тогда еще на дисках мало что было. Все было прикольно. На кассетах. Я обожал эти рисунки всякие. Вот доставало, как он медленно ходит. Быстрее так. Не может? Нет. Он все делает эстетично, со вкусом. А-а-а. Наслаждаясь каждым своим движением, я нажимаю. Так, вот это вот нам надо записать. Зарисовать точнее. Оп. Так. Это его пароль? Так. Это координаты. Вот это да. Вот это уже не супер блокнотик. Так. Там, короче, был туалет. Мы просто мимо прошли. В этом туалете есть записки от Вилли Баранкина. Вот. В оригинале его зовут Вилли Тромбон. Этот самый Баранкин, он оставляет записки. То есть по этим запискам есть подсказки. Это туалет? Не, туалет там был, я просто не зашел. Здесь мы просто берем. Тебя он не пошел брать. Дискета. Вы помните те 90-е, когда... Квесты только-только завоевывали мир. Они не завоевали. Вот вообще вот в пользу ПК-гейминга тогда квесты, они просто так обязательно закрыть. Квесты тогда вообще решали. Квесты и стратегии, они сделали ПК-гейминг, по сути. Почему ты сказал обязательно закрыть? Дальше там из этих же шипов будет лестница, и если ее не закрыть, то ее не будет. А теперь приготовьтесь к длинному коридору. Я помню. То, что вы видите, это история Neverhood. К сожалению, на русском ее нигде не отыскать. Здесь написаны, если почитать, здесь только анекдоты написаны различного рода. В переводе от Фаргуса перевели, по-моему, пару строчек первых, и все. Остальное какой-то мультик написали. Ну, всем лень переводить, что понятно, тут такая история. Но я бы очень хотел почитать историю Неверхуда, там все такое. Как, откуда взялся этот Хогарт, король там и все такое. То есть так ты историю не читал? Нету нигде перевода? Нет. Ну, читать можно только в оригинале, а мне как-то лень переводить было. Кстати, аналогичный ход и в новом квесте от Дагласа Теннейпла Арми Крок. Там Томминафт ходит, и там тоже он попадает в некий зал, так сказать, истории того квеста.
Насколько длинный коридор? Ну, длинный, длинный. Вот. Это уже, конечно... Да. Вообще, почему предпочтителен всегда был перевод «Дядюшки Research»? Здесь он наполнен просто фантастическим... фантастически классным компьютерным юмором. Того, чего не было в Фаргусе. Я от Фаргуса тоже версию играл. Вообще, пиратские переводы квестов тех лет, они очень и очень были хороши. Если помните, один из лучших, может быть, даже лучший перевод был от Full Throttle. Об мотоциклисте, о байкере, короче. Потрясающий был перевод квеста. Он был нереально хорош. Ну и остальные переводы тоже доставляли. Расцвет квестов тех времен, он был очень хорош. А вот расскажи, во что ты играл из квестов? Чего я там не играл? Играл в Сибири и Runaway. Да. Первую, вторую часть. Это все, что я играл и прошел. Остальное, в смысле, я квесты никогда не любил, что ли, один проходить. Мне всегда нравилось, как будто в компании сидеть, типа допетривать, давай там, давай здесь. А вот как-то один что-то я это редко. Вот интересно, что вот этот вот квест Neverhood, он в меньшей степени соответствует квестам стиля пиксель-хантинг. В те времена очень много было квестов пиксель-хантинговых, и мы только и занимались херней, что нажимали, искали волшебный пиксель, да, который сделает прохождение. Вот. А вот этот квест, он не такой. То есть здесь именно нужно... Скажи, пожалуйста, когда ты пойдешь обратно в туалет, ты будешь по этому же длинному коридору обратно идти? Какой туалет? Здесь нет туалета. О, не туалет, а где там лестница с шипами, нет? Там уже другой путь в сторону. Это спойлер? Боже мой, ладно, промолчу. Просто я не представляю, как можно обратно возвращаться по этому коридору. Да, нам еще тогда казалось, что это вообще какая-то типа ловушка. Да, всем казалось, да, тогда. Мы с братом, когда проходили, вот мы мозг ломали, короче, над этой игрой, и вот мы до последнего в этот коридор не вставались. До последнего. Можно в этот коридор до конца игры не ходить, вот поверьте. Но в конце, вот, эта дискета просто необходима для прохождения, и мы перлись через весь уровень назад. Все, теперь назад. Тем же путем. Ах ты подлец и негодяй, все-таки да. Кстати, если вы заметите, углинка это ГГ игры. Ой. У него вот рука вот эта вот черная, одна с черными пальцами, другая с нормальными. Так вот с черными она постоянно меняется. Она то одна такая, то вторая такая, в зависимости от того, как он повернется там к зрителю. А он что там макнул куда-то, а не туда? А нет, это он таким родился. Как он родился и где, это, в общем-то, рассказывается в этих самых дискетах, которые он собирает. То есть мы всю историю узнаем? Да, конечно. Я сейчас те, что дискеты, что соберу, я тебе покажу, как бы, первые, так сказать, эти ролики. Вот, вообще мы фанатели от этого квеста, мы с братом, я имею в виду, в детстве, когда мы проходили, мы бились над ним просто целыми днями, ну, тогда мало это, много, точнее, времени было, можно было вообще фигней всякой страдать без конца, вот, и мы вот... Когда нам в руки попало вот это вот, мы очень... Тогда мы еще не знали, что это... Квест. Что это творение Дагласа Тенейпла. Вообще, квесты я всегда любил. Ну, в те времена я их много проходил. Вот. Наверное, один из лучших квестов, может быть, даже один... Ну, да. Грим Фанданго. Я его просто боготворил в свое время. Ремейк еще вышел не так давно. Но вообще лучшим квестом я считаю Керандия 2. Легенда Керандии 2. Он выходил на DOS. Вот. Понятия не имею. Ну, очень малоизвестный квест. Но в сети есть люди, которые очень фанатеют. Именно вторая часть, не первая, почему, не третья, почему а именно вторая. Если там было что-то такое? Ну, во-первых, дико сложный. Это реально челлендж.
Там не просто вот как во всех квестах, если что-то делаешь, если что-то происходит, то ты делаешь это правильно, так ведь? А там нет, там куча действий, куча моментов, где можно, ну не куча, но вот есть моменты, где можно умереть, и если неправильно зайти, то есть ты там где-нибудь не там свернул, что-то не то сделал, и дальше игра продолжается, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что ты... Не там свернул. Не там свернул, да. Но это понимание приходит уже, когда 3 часа пройдет. Почему сейчас такие квесты не делают? А сейчас вообще жанр квестов очень застопорился. Так это вообще было бы круто. Это была бомба. Мы тогда проклинали все, когда вот свернули на острове людоедов. Просто мы все проклинали. Вот. И там такая фишка была с магнитом. Если ты его один раз просрешь, все. Ты можешь кататься на корабле сколько хочешь, но ты обратно не вернешься просто-напросто без магнита. Потому что там компас меняет направление. И... Темно не будет? А ты включи свет. Оп. И мы все прокляли в тот момент. Вот я тебе говорю. Это, да. Ну, верю. Но это была великая игра. Это настолько она была челлендж дикий, дичайший. Ну, вы прошли? Ну, я прошел. Я когда прошел, я просто... Все, Бог, там, Будда, все, я поверил во всех богов, которые только могли существовать. Настолько я просто, вне себя от радости, я не знаю. Такой радости я не испытывал больше никогда в своей жизни. Челлендж выполнил. Так знаешь, там еще он без звука шел, потому что там на досе не каждая звуковая карта поддерживалась. А сейчас я скачал его, ну, не так давно тоже поиграл, уже со звуком. Оказывается, там озвучка, блин, была на досе, ёпти. И тоже было круто. Ну вот, мы почти пришли. Ура! Обратно путь всегда ближе, кажется. Быстрее. Потому что ты знаешь, ну, примерно, более-менее. Так, свет можно не выключать, или не выключать, неважно. А теперь посмотрим на те кассеты, которые собрали. Они не по порядку собираются, то есть они в разнобой все. Это дискеты 3,5 дюймов, если да, помнишь, да, как они были раньше. Помню. Здесь диск восстановления, так всегда делал, когда винда летела. Вот. О, плей. Привет. Привет. И я Вилли. Я Вилли. Вилли Баранкин. Это Вилли Баранкин. Эти диски телеистория. Это рассказ диск, да? О несчастных типа диски. И счастливых. Эти диски все, что осталось от подлинной истории. Истории закрытия 3 века. Узнав правду, ты будешь знать, что делать. Слушай. Так. Я расскажу тебе. Третьего диска у нас нет. Коронован. Он сделал свою страну красивой и чудесной. Страну не верь в худо. Он должен был жить в ней вечно. Наивный. Он думал, что будет счастлив в этой стране, но не тут-то было. Одиночество ноша тяжелая. Ему было грустно одному. Этот самый Туборг, это находка дядюшки Лисёч. В оригинале его звали Хогарт, а Туборг его прозвали из-за пива. Так, все, мы нажали кнопку, мы забрали диски. Ух ты! Открывашка. Вентилятор классный. Да. Так здорово вращается. Все сделано вручную. Я напоминаю, вся эта игра, она сделана вручную просто. В смысле пластилиновая. Угу. Вот как представишь, сколько труда вот людям стоило вот сделать такую игру. Это просто... Я бы рехнулся. Так, решаем загадку с динамитом. Нужно что, чтобы все выбрали динамит? Да. Это по какому принципу они здесь появляются там? Так. Я не знаю. Просто ты
конечно, все. Очень приятно. Ты не знаешь. Я думал, какие-то осмысленные действия. Вот и все. В общем... А мы в оригинале так делали. Мы, в общем, мы создали динамитного человека. Ну, я понял. Так. Так, включаем воду в обязательном порядке. Может, это есть такое от первого лица в старом, когда вот там даже ролики StarCraft, я смотрел, блин, первое, это вообще какой-то, как будто... На тот момент это казалось просто невероятным. Да, реалистичность в 500 раз больше ощущается, чем сейчас. Сейчас это как-то все так на поток поставлено, ну, да, приелось, но есть такая. Раньше это был прорывом, а сейчас у всех прорыв. А сейчас еще один день в офисе. Да. Да. Я создал там CGI ролик за 24 миллиона долларов. Ну кому это и волнует? Смотрим мультик. От мультиков мы фанатели. Ну да, он забавный чел. Одна композиция в день. Ё-моё. Чудовище. Музыка здесь, конечно, тоже доставлялась. Моргнул. Сразу монстра задача убить. Вниз нету. Но он не слишком парнишка. Вот мы ржали над этим моментом. Все, теперь он в объятиях. Ну конечно, это же, он же может. Сейчас он ему походу... Ой, спичка сейчас упадет. Ой, кажется, пахнет жареным. Самое удивительное, что можно подойти, подходим и... И все в порядке. Играем дальше. Загадку надо было решать, значит, позже, по идее. Ну, может, получается, да, по сюжету он за тобой гонится. Ты такой, о, что же делать, пора дать динамитового человечка. А вот, кстати, Вилли. Братан. Друган. Так, все, тут свободен. Слева, кстати, дерево. Если есть оттуда плоды, то он долго рыгает. Но я не буду этого делать, потому что... Да, я помню, что-то такое там с отрыжками сделано. А там одна первая отрыжка короткая, вторая чуть длиннее, третья длинная. А мы еще с братом... Нет, давай четвертая не будем раз кушать, короче. И по ошибке нажал на яблоко еще раз, а четвертая уже короткая опять. Поехали. Какие-то лифтеры. Но сюда нам пока нельзя. Видишь, пропасть. Нам надо сюда. Ой, что ты должен все по кругу доехать? Да. Ты такой молодец. А сразу нельзя надо в центр. Это было бы слишком просто. Нажми, не будет ничего. Короче, интеллектуальная игра, заставляющая вас клацать мышкой, чтобы пальцы не застывали. Типа того.
назад. Да, спорим, путь назад такой же, я уже понял это. По первому там впечатлению, по коридору. О, что, скилл поднял? Давай еще раз. Ой, как молодец, как плавно. Ай, запоролся. Порол гамбу. Да. А где челленджи? Пройду, не потеряв ни одной жизни. Пройду. Ну, здесь тут я... нельзя потерять жизни. Тут... вообще, здесь есть три концовки. Три возможные концовки. Одна быстрая, две другие нет. Так, все, нам пока здесь больше делать нечего, идем назад. Вообще на некоторых системах вот игра запускается с дикими тормозами, просто дичайшими. Почему? Ну, не очень понятно. Вряд ли железо не тянет. Ну да. О, к себе в пещеру. Это вообще что? Это его дом? Не, это такой проспект. Прикольно. Жуткое дерево, да? Так. Пещера жуткая. Вперед. Нажимаем на кнопочку. О, синяя жидкость полилась. Из наливаем. Башки динозавра. Пробирку мы взяли там в зале. Зачем он пьет? Потому что... Чтобы сюда вливать. Смотри. Нажимаем и надо воспроизвести. Не, подожди. Понял? Наливаем. Теперь слушаем. То есть поскольку-то раз, там типа четверть или что-то? Да, поскольку-то раз. А в первый ты ничего не делал? Так, в первый делал. В четвертый, в четвертый. Да. Так. Последняя, по-моему. Последняя. Последняя не очень хорошо звучит. Многовато? А нет, там максимально только 4 можно. Шикардос! Глинка, скажи тук-тук. Тук-тук. Этот чел ничего нам не делает, и мы ему ничего не делаем. Он тут для красоты висит. Камера видеонаблюдения. Вот такие камеры видеонаблюдения представляли себе создатели в 90-х годах. А вот шипы, помнишь, который говорил? Да. Если бы мы там открытыми оставили, то их бы здесь не было. Пришлось бы возвращаться? Да. А так мы нажимаем. Задротная игра. Ну как задротная, ну, просто как? Потеря времени, да. Да. Он вообще такой размеренный чувак, смотри. Угу. Ой, какая яркая комната. Так, нажимаем кнопочку. Как ты думаешь, что будет, если включить выключатель? Не знаю. Упадет что-то сверху? Какой ты умный. По горшкам дежурный. А что? Всю жизнь так говорили. Ёкарный насос. Боже, чудовище. Отсылка какой-нибудь к игре, наверное. Чужой. Как он быстро чистится. И все. Можно еще раз нажать, повторится ролик. Это чистый прикол. Only. Понятно. Он ничего не делает. Сюда ты просто пришел за дискетой. И кнопку нажать. Кнопку нажать. Мы нажали три кнопки. Это значит, что дверь откроется сейчас. Какая-то секретная дверь. Ну, бункер помнишь? Бункер помнишь? Ну вот туда. А там требовалось три кнопки открыть, чтобы.
это какими путями так узнается, когда вот так вот все делаешь? Ну, ты сначала заходишь в бункер, там три кнопки, которые не горят, и ты понимаешь, что надо где-то их на уровне искать. Понятно, понятно, я что-то... Ну, не помню, что там они были, эти кнопочки. Помню только бункер. Так, бункер, поехали. Бункер осьминог. Господи. Так там у него света нет, почему нам освещают? Там вообще темно, как у... Вот они, три кнопки. Ба, ну ты просто головоломку решил сейчас. Нажал три раза. А нам новая локация на столе. Весь пластилин находится на столе у кого-то. Ну да. Ну да. Так, сейчас надо записывать знаки. Женя знает, где уже знаки, где записывать. Они каждый раз новые тоже. Так. Ага. Ручку надо нажать, чтобы писать. Это, то есть, знаки для чего-то потом ты нам объяснишь, да? Там еще нолик не добавил, но это не важно. Вот деревце давай. Ёк-макарёк. Чё, фотографичное? А, да ты рисуешь примерно. Нечестно. О, давай, спираль почти. Двойка. Двойка спиралевидная. Чё, красавчик. Это уже было. Слышал этот звук? Да, это что значит? Это значит, что на его месте другой будет. Что? На его месте другой, в смысле? Знак. 4, 6, 7, 8. Так. О, слон. Расческа. От забора. О, каша. Вверх ногами, все понятно. О, солнце без луча, давай. Оп, красавчик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, все. И пешка опять. Угу. Повторяется. Все, вот 12 знаков. Записали. Идем стрелять. Угу. Ты уже все знаешь, понятно? Да, я же проходил эту игру. Ё-моё. Это озвучка пластилина, конечно, да, на уровне. Клёво. Рандомно стреляем. Не целись. Зачем куда-то стрелять? Сейчас ты увидишь. Тихо. Узнаешь? Такой звук знакомый. Это, блин, это, ну это понятно, это из игры. Угу. Очень знакомый. Вот. Ну, пока погадай. А, это с червяка Джима, да. Ё-моё. И стоит. Ворона там, да, какая-то? Да, ворона. На помойке. В первую очередь. Да. Во, точно вспомнил. Это же тоже Дагла Стэнэйпл сделал эту игру. Фига круто. Да, ссылка такая. Мы выстрелили, чтобы спустить воду. Теперь решаю небольшую головоломочку. Так, видишь этот знак? Надо подобрать символ с этим знаком. Нет. Кажется, вот он. Так, дальше. А, вот как игра, я не знаю, типа это такое, на зрение. Чпок. Ага. Шик. Ну левый, значит, самый, нет? Ты же это пробовал. Нет, я этот пробовал. Вот это, да. Так, бэшка. Но не это. Это правая, да. Вот давай. Это вот бэшка. Да, давай. Это она, 100%. Так. Вон она, F-ка. Нет, не это. Вторая. Вот это? Да.
Так. Это она? Это... Нет. А, нет. Да, вот это. Просто не видно так, что там. Ну, смотри. Так. Теперь еще одна бэшка. А, да. Да. Это. Так, так и так. Ура! Опускаем. Это мост. Мы опустили мост. А где мост, раз опустили? Вау, это вот как ступенечки. Угу. Это не мост. Это же не переправа. О, кажется, что-то неправильное случилось. Ну, мы в порядке. Хрена себе мост, там вообще. Я в шоке, по-другому спускаться, как не поскользнуться. Так. Мы в расщелине. Он мог бы и без моста сюда. Вот это вот. Сюда, если прыгнуть, это будет одна концовка. Он упадет в никуда. Вот если прыгнуть в этот колодец. То есть уже сразу конец будет. Да? Это мы... Но нам нельзя. Это мы с братом. Да, давай прыгнем, что будет. Прыгнули, игра закончилась. Игра закончилась. Да начинайте заново, да. Не, мы второй раз коридор не выдержим, ребят. Я вам 100% говорю. Послушай музыку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, запоминаем. Синяя 3, зеленая 1,5, красная 2,5. Ё-моё, а вот видите, как человек. Ну это потому, что он все наперед знает. Да, я столько раз проходил эту игру, чаще, наверное, только Керанди. В те годы этот Windows был настолько глючный. А я напоминаю, это Windows 95 и 98. 95 особо не ходил, 98 сразу. Так вот, этот Windows 98, мы переустанавливали его раз в месяц, а то и раз в 2 недели. Чисто форматировали и устанавливали заново. Я до сих пор помню CD-ключ, который шел в 98-го, представляешь? Настолько я много раз его уже там вбивал. Короче, если... Сейчас... CD-ключ там был такой, J3QQ4, H7H2V, 2HCH4, H3MK8, H6M8VW. В общем, если у вас винда с таким же ключом, можете смело ставить. Напишите Жене, он вам напомнит, если вы потеряли ключ. О, дискетка. Давай я тебе установлю 98-ю винду. А я пробовал, железо не поддерживает современное. Нужно искать Pentium 1 или что-нибудь такое. Радио. Прости, прости, что? Радио выключено. Так ты же сказал... Я не то эту дернул. В общем, а помните случай с колечками, где нужно дернуть? Женя сказал. Он сказал, если это не дернем, радио не будет работать. Да. В итоге... А сейчас быстро дойдем туда. Ну да, он сейчас говорит быстро. Видишь, что как-то резво стал играть. Видишь, как Глинка быстро бегает. Подожди, ну хорошо, а где отсылка того, что дергая за колечки, заработает радио? Нигде. Нету. Рандом, чистый. Я помню, мы когда первый раз сюда пришли, радио не работало. Мы всю голову сломали, почему оно не работает. И там случайно чисто догадались, что колечко, оказывается, нужно дернуть какое-то. И как же вы догадались? Да мы весь уровень переходили, мы даже этот зал заново ходили. Красиво. Мы до, там, тыкали, в конце зала просто окно, мы думали, может там в окне что-то, короче, а там ничего в окне нету, просто тупо окно. Мы сначала-то не заглянули в него. И что, короче, и что делать? И мы вот по всему уровню заново, там, может быть, там царапинка какая-нибудь, чуть ли не пиксель-хантинг занимались. И, в общем, пришли к тому, что кольцо. Это сейчас, когда есть интернет, уже можно почитать, что не так.
Но тогда у нас не было интернета, чтобы читать. Ничего. Тебе показать? Радио включено. Включено? Что ты мне отправишь? Так, все, теперь нам нужно найти нужную станцию. Поехали. Нужная станция откроет нам дверь. Ну хорошо, что радио хоть включилось. Музон конкретный. А, вот, открылось. Так, все, дверь открылась. Сейчас я вам покажу, ребят, главный затупон, который у нас был с Игорем. Ну, Игорь — это мой брат, с которым мы проходили эту игру. Главный затупон. Смотрите, здесь есть вот этот вот... вот эта вот штука, машина. Короче. Что-то тут нажимаешь, включаешь лазер, и что-то, по идее, должно произойти. Но ничего никогда не происходило. Почему? Включаем. При включенном заходишь туда, там ничего не происходит. Ну, потому что там, видимо, при выключенном свете. Да. Но мы тогда и понятия не имели, что такое Бобби. Мы вообще не обратили на это внимания. Вот мы в этой комнате затупали. А Бобби — это все очень просто. Blue Orange, Blue Blue Yellow. Вот что это такое. Но... То есть надо поставить просто соответствующие цвета и все. Надо посмотреть, какие изначально. Так, blue. Blue red. Так, 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 так. Надо. И так и подбираем. Ну ты понимаешь, как ты подбираешь? Да, да. Еще раз, да, нужно? Понятно. Не, ну я знал, что надо так подбирать. Бобби, это ж ежу понятно, чего уж тут. Ну, мы вообще не догадывались, что это за Бобби-то и как вообще он работает. Я бы даже не догадался. Все. Ё-моё, ты уменьшился? Да. И игра стала быстрее играть. Да, все непременно. Ой, ты появился. А теперь вспоминаем, что мы увидели, на катаясь на том зеленом этом. Мы увидели синий 3. Синий 3, да? Так, зеленый 1.5. Да, и 2.5. И красный 2.5. Поехали. Пьем. Вот он самогончик, а? Если неправильную форму ввести, он такой... И очень смешно выплевывает. А сейчас он вырастет? Да. Самое интересное, если ты сначала просрал ту комбинацию и уменьшился, то обратно увеличится никак. И что, приходится выходить из игры? Ну, или наугад там подбирать. Погнали наверх. То есть, так вот весело мы затупали, так скажем. Нет, там на самом деле легко, можно подобрать. Это прям бездонная. Да. Мы все думали, что, почему у него там три кнопки, что это значит? Что там за коречка опять висела? Это чтобы вниз спуститься. Итак, мы наконец-то нашли телепортатор. Погнали.
сейчас мы увидим мультик. Куда, что вообще непонятно. Что мы здесь делаем? Не самый аппетитный вид у этого пластилина. Вообще, поверь, вот эта цепочка тоже выглядит не лучше. Вообще, мне всегда нравились вот мультики с пластилиновые и так далее. А это еще кто? Это? Враг. Ну, антагонист, да. Просто если бы мы воспроизводили кассеты, как только находили, ты бы начинал понимать, что происходит. Но там так умно подается информация, то есть там через некоторое. Да на кой он тебе сдался, этот кусок железа? Пластилинового? Угу. Я не могу нормально это воспринимать. Да давай уже! Будь мужиком! Лицом, давай! Когда он ее вытаскивал, это был полный процесс. Кошмар. Хорошо, что снизу вверх показали. А теперь смотри, что будет. Ну, что там, походу. Вот знаешь локацию, где мы были? Не, ну, мы там были, понятное дело. Не, вот это крупным планом вообще решает. Бах! И чё, сейчас прям упадет на него? Не. Вот, смотри внимательно, вот дерево и так далее. Чё, нам дополнительная локация достается? Смотри. Знаешь? Узнаю что? Значит, не узнаешь. Я даже не понял, что там должен был узнать. Значит, не... Ну вот. Самолетик? Да ясно. Ты забыл просто. Ладно. Сейчас я тебе напомню. О! Тебя весь остров. Так, все, садимся обратно. Так. Это только доступно, куда? Да. Телепорт сразу в игру. Ну, ты понимаешь, что ты можешь очутиться где хочешь. Потенциально. Ну, не совсем, все равно там бродить туда-сюда надо. Сразу две кассеты? Да. Щедро, правда? Мы тогда думали, щедро. И надо успеть выйти, пока она тебя не ударила. Все, мы успели. Так, идем. А вот теперь нам понадобятся эти символы. Господи, как все взаимосвязано. Еще. Так, первая была П. То есть тебе нужно нажимать в тот момент, когда... Угу. Какой ужас! А вот там-то, где говорил символ, надо было другое вместо. Надо вот этот вводить.
Как вы это узнали, что там по звуку? Звук плохой, типа. Да-да-да. Мы сначала-то не понимали, как. Перепробовали там и так далее, но потом поняли. Короче, задротная игра, ребят. Ну, так. Нет, еще мне такие загадки вообще не давай. Деревце. Самое интересное, что ты должен просто ждать, пока тебе перечислят все. Да. Если ты хоть раз ошибешься заново. Короче, игра на нервы еще как действует. Ну, есть такое. Ну, так. Дерево. Так. Видали у него реакции вообще? Два подряд. Не думая. Тишина, не шевелимся. Можешь было сразу кликнуть, нет? Да, я пока сюда посмотрел. Ну, дай бог, Женя, чтоб последний правильно нажал. Да, дай бог. Иначе все заново перенажимать. Можешь напугать тебя. Давай! Да, я могу. Та-дам! 12 часов. И все это для того, чтобы кассетку взять. Вот так-то. Как тебе такое? Ну, это как-то... Что-то пахал, как будто год. В конце тебе спасибо сказали, ты ушел. Ни с чем. Примерно так я ощущаю. Так, теперь мы сюда. О, мышка! И огромный сыр. С плесенью. Ай, это кнопка. Вот она. На полу. Ты украл сыр мышки и мышку уничтожил. Не бойся, они живы. Ура! А теперь еще одна загадка. Для этого мне понадобится весь чистый лист. О, господи. Я не просто так это записываю, потому что тут надо знать, потом знать количество. Боже мой, вообще как так? У меня мозг просто взрывается. Ты даже помнишь, как вы, наверное, их это... Да, обозначали. Обозначали. О, это тот чувачок. Да, который нам помог. Их два. То есть тут когда одинаковые, они остаются, типа? Да. Но этого мало, надо еще и пересчитать их. Да, медитативная игра, конечно. Я понимаю, когда я потом нервы все потратил, наверное. А что ты хотел? Не, я не такого склада. Мам, у меня столько терпения бы не хватило. Я проще монитор разбил бы. Изображение погасло, челлендж выполнил, все. Сейчас, по-моему, нету этих, ну, таких заданий в квестах, где надо что-то реально там сидеть, постороннее брать, типа блокнот, что-то записываешь, что запоминаешь. Ну, да.
Сейчас такого нет. Все как бы на виду. Если бы вот таким я занимался, я бы умер. Не, хотя это интересно. Это интересно. Да, это что-то такое, типа, мне нужно вспомогательное, я там типа реально ребус решаю. В общем, Женя записывает все символы, чтобы потом кого-то удивить чем-то там, загадкой какой-то. Так, здесь будет. Осталось все чуть-чуть, и потом вы узнаете, для чего все это делалось. Последний ряд. 6×8. Квадрат. Капец, 48 клеточек. Куда? За что? Так, все, поехали. Есть. Ну теперь смотрим решение. Вы посмотрите, каков наглец и мерзавец. Что он вытворяет? А по сути, если ты ошибешься, это все сбросится, да? Конечно. Хочешь больше? Я тебя сброшу, давай уже. Нужно именно парное или сразу три можно открывать? Парное, парное. А парень-то потерял. Эх, нашел. Вообще у нас тут процессы происходят, если честно. Не дышать, ничего, все такие смотрим. Читами, но мы прошли сейчас. С читами. Попробуй тут честно пройди. Я не знаю, это убиться просто можно. Да. И вот сейчас одна из самых сложных будет загадок. О-о-о, ребят, вы думали, вы все видели? Короче, мышку надо провести через этот ряд. Для этого нам надо нарисовать вот это вот. Спокойно, Егор. Боже мой. Что за чудо-квест? Тихо. Уроки ИЗО. Так, раз, два, три. Ага, так. Вы все обозначали нулями и единицами? Это я обозначаю так. Это я уже позже. Созрел. А тогда... до этого ты прям рисовал, да? Да, схематично, но...
Существует какая-то особая стратегия, как провести мышь. Ну, короче, я никогда не знал никакую стратегию. Я просто как бы все подряд ходы пробовал, пока не находил тот, который действительно проводит. Ну, сейчас ты знаешь? Нет. А он каждый раз меняется же, ты что? А зачем тогда ты записываешь? Ну, чтобы помечать, какой ход куда идет. 3, 4, 5. Ребята, вам предстоит еще побыть с нами. Раз, два, три, четыре. Так. Хорошо, что мне не приходится это все проходить. Хотя я должен лицезреть, да, твои мучения. Я не мучаюсь, Егор, я получаю удовольствие от этого. Да, да, да. Три, четыре. Так, раз, два. Так, раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, два. Раз, раз. Так, так. Раз, два, раз, раз, два, три. Раз, раз. И сыр в конце нарисуй. Сыр. Сыр. И людям покажи. Так, вот по этой схеме я должен пройти 2, 4, 6, 8 рядов. 2, 4, 6, 8 рядов. Поехали. Так. Подождите. Она что, через банки прыгать не может? Не поехали. Нет, не, не может. Каждый из этих норок я должен обозначить. 1, 2, 3, 4. Он меня убивает сегодня. 5. Вы видите, сколько 6, там норок за 30-ку, там 40-ер почти. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Привет, полтинник, я так чувствую. Да, 23, 24, 25. 50 нор. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. То есть, понимаете, он проходит 35, не умом, 36, а типа сообразительностью. Пофиг, 37, я не знаю, как проходить, но мы сейчас это... 38, 39. Методом 40, расчетов. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50. Да здравствует почти. Так, первое выводит нас так сюда, к седьмой. Так, первое. Ну так ты сбоку напишешь. К седьмой. Понятно, кого я тут учу, у него там уже все. Он потом в конце схему покажет. Так, шестую, шестая ведет к третьей. Ведерочка ведет. Опа! Пятерочка. Вот они 43, 44, походу. На 44. И теперь один из этих должен привести нас к сыру, Егор. Момент истины. Ну. Сейчас, секунду, подожди, я включу все свое время. 43, 44. Где сыр? А давай 44. Нет! Так, где дзен-буддизм не помог? Так, все, опять надо на 17 идти. Так, мы идем сюда. Ребят, ну все же для вашего удовольствия. Сюда, тихо. Так, сюда. 46-й. 46-ю на 12-ю. 12-ю на 5-ю. 5-ю на 44-ю. 43-ю давай. И... Ну! Ура! Детка, сыр наш. Не прошло и полчаса. Ну ладно, было. Мы с тобой все перебрали. Мы с тобой реально все перебрали. Не то чтобы там путь этот. То есть нам не повезло, мы реально все перебирали. Да, вот эта тема, ребят, вот такие головоломки тут жесткие. Так, все, двигаем аппарат. Че ты встал? Да, можно будет. Тут головоломка. Тащи.
короче, с аппарат засосет. Здесь нам больше ничего не нужно. Так. И что у нас тут в награду мультик? Какую награду? Да, это я так шучу. Смотрим мультик. Уф. Да, вот это я понимаю. Ну, было системно. Ё-моё. Он вращает и там, и тут. Да. Ё-моё. Черепахи, это овцы, зеленые черепахи, жрущие, я не буду говорить, что. Да-да-да, я вот про это то, что он съел. Мне кажется, их размазало. Одну. Так, вроде здесь больше ничего не надо. Ну-ка, оглянусь для верности. Вау, классное море. Тоннель никуда, ё-моё. Да уже падай давай, чё. Такие звуки. Оба-на, членовредитель вышел. На! Так, записываем. Я прочитал, как у нас на домах написано, честно. Эту надпись. Я даже сначала не понял. Написано почти слово «ох». Если бы я «л» выговаривал, то все было бы нормально. Ох! Ой, сегодня ох! Ну ты ох, да, ох! Так. Червяка Джима пикай. Я не помню, куда он ведет все. А, да, нам сюда тоже надо. Помнишь? Колечко, да, ты обещал его дернуть. Да. Дергаем. И тут все понятно. Сразу дернул, сразу эффект происходит. А не так. О, Бобби! Здесь уже мы были, были мы. Он еще все время пританцовывает, конечно. Какой уволень. Увы. О, что-то новая волна. Какая волна? Ну, там, не знаю. 105,5, 102,2. Ё-моё. Носовое радио ты какое-то включил. Это чтобы дверь открыть. Это не... Это звук. Она просто шоркает. Шоколадные ступеньки. Ого, как он быстро понял. Я рано сюда пришел. Сегодня не все по плану. Спокойно, спокойно. Не все по плану. Надо, всего-то надо спуститься просто. Надо было в другой мир. Че ты мне пикни червяка, блин? Ты сказал, нам тоже сюда надо. Да, но не сейчас. Видишь, это у нас координаты пушки, короче, даны. Но мы робота не сдвинули. Сейчас я объясню. Все манипуляции сразу. А зачем ты так делаешь, или это как-то сейчас? Я не вспоминаю, на какой волне был этот. Открытие двери. Видишь, это определенное, на определенной музыке открытие двери происходит. Вот этой вот. И она открылась? Не было эффекта, что дверь открывается. Певец кантри там просто обжигает. И что, опять надо более варить? Нет, ну она уже, видимо, уже. Да-да-да-да-да! И с
снова. Сразу FPS увеличивается, когда ты мельче. Он уже не так медленно бегает. Игорь, в те времена, когда эта игра производилась, о таком понятии, как конечно, FPS вообще не знали. Вообще прикольно этим маленьким человечком играть. Я помню. Что здесь надо вылить? Жидкость крутая. Там полтора и два с половиной. Да нормально, ты же не до конца дойдёшь. Нет, до конца. Сейчас выплюнет. А, нет, все нормально. Все нормально, ты чё? У него глазомер отличный. Жопа, это я. Ты чё, суфлируешь? Да. И все, теперь он снова ходит в три раза медленнее, чем маленький человечек. Вообще вылыми. Хотя по времени столько же проходит, на самом деле. И динамики вообще, от которых он слушает музыку постоянно. Так, нам надо на островок с этим, с роботом. Введи, я понятия не имею, где это строить. Нет, не здесь. Ох! Значит, здесь. Женя записал себе эти символы на листочек. Сам не мог их записать. Вот здесь дядюшка Рисёч забыл перевести, тут Вилли кричит Clayman, I'm here. Вот. Ну то есть, как бы в оригинале. Это все правильно? Кричит, да. Здесь Клеймана перевели как Глинко. Ну, глина. Глиняша была. Тук-тук-тук-тук. Я думаю, глинарик. Точно под чем. Слышишь? Вот сейчас вот Вилли. Clayman, I'm here. Так. А, вот. Если помнишь, там этот картинка была, где робот роботу Туборг дарил медвежонка. Нет. Вот, будет сейчас нет, примерно то же самое. Так, помнишь ту загадку, которую... Не загадку, а тут головоломку, да, которую я записывал. Все, сейчас мы будем считать. Так. То есть та головоломка, где он находил парные, два, нужно считать количество было. Четыре. Так, этих четверо. Ничего не меняется. Так, этих. Откуда ж мы знали? Раз, два, три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Самое удивительное, что здесь нечетных в принципе быть не может. Угу. Но они все-таки есть. Так, раз, два, три, шесть. Та-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 
Робот какой-то отвлекся на Мишку. Этого Мишку подарил роботу Туборг, чтобы сделать его хорошим. Так, все, идем к телепортатору и уже теперь на червячка. Я же говорил на червячка. Пикаем червячка. Нет, ну там бесполезно было бы, если бы не. Сейчас мы не сделали это действие. Как он вообще медленный. Парень вообще не торопится игру проходить. Да, да, ты еще попку свою там пристрой. В этой игре важна размеренность такая. Не торопиться. Даже когда ты все знаешь, ты даже не можешь ускорить процесс. Ну, да. Особенно с той загадкой про мышь.
Да, про мыши это, конечно. Ребят, вот она, разгадка вот этой мышиной загадки. Видите, да? Разгадка мышиной загадки. Как посмотришь, ужаснуться хочется. Да. Так, координаты пушки мы записали. Но мы еще вернемся к этому телепортатору. Сейчас нам надо подобрать ключ. Блять, дверь открывай. Угу. Ключ там подбирать. Ту-ру-ты! Классик крайний. Надо что-то открыть. Там-там-там-там. Прыгни в яму, будет короткая концовка. После всех усилий, что ты дополнительно сделал. Если бы я хотел прыгнуть в яму, я бы сделал еще тогда, когда... Правильно, но сейчас это настолько нелогично. Мост Illogical. Ты как Леонард Нимой. Не, нелогично. Ну, Star Trek. Ну, Star Trek это я так не смотрел. А я не помню, вообще не смотрел. Я помню, на Сеге в игру играл, она какая-то отстойная была. Пока, да, точнее, тогда мне так казалось. Так, подняли мост. И идем за ключом. Ну, пока мы идем, расскажи какую-нибудь cool story. В смысле, еще далеко за ключом надо идти? Ну, не близко. Вот, наверное, вот на самом деле хочется больше загадок, а мы больше смотрим путь. Нет, один раз его прикольно посмотреть. А дальше можно было бы переходить быстрее. Но в те времена не делали подзагрузки. Поэтому ты должен лицезреть чуть ли не экшен от первого лица. Адвенчуру от первого лица. Кустой. Какую тебе кустой тоже? Ну, расскажи, как мы поедем на Эво. Какое Эво? У нас рэпло челлендж. Ну, на Эво тоже есть рэпло. Нет. Сегодня у нас медитативная игра. Кстати, мы всегда думали, вот что значит вот эта вот штука? Урод, который там. Да, ну, вот это вот. Но он, оказывается, ничего не значит. То есть это непонятно, зачем в игре сделано, и непонятно, что означает. Забыл. Открыть его нельзя, ничего сделать нельзя. Мы к нему, знаешь, сколько миллион раз возвращались и думали, что что-то можно сделать. Что, может быть, мы что-то упустили. Но нет, мы ничего не упускали. Вот, а теперь, помнишь, соединились миры? Да. Вот, это оно. Ты про это мне говорил, что запомнишь соединение? Да. Ну, это, так это видно было. Ну, вот, я просто не понял, что ты мне хочешь. Ну, ты говоришь, видишь? Я вижу, что соединяются два этих. Не, ну это и вижу, понятно. Жалко, из-за ежа не заиграть. Я вижу, было все понятно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Новые локации! Какие новые? Мы сюда пришли за дискеты. И вот он. И все? Только за дискеты? Да. Ну вот, с этими открывали же. Да, да, я помню. И все, ключ. Только ключ, больше ничего. Что, у нас все дискеты уже? Ну, там еще одна-две осталось. Все, назад, назад, Глинка. Вон телепортатор стоит, тот, который вот зеленого конца с медведем. Ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты. Да, неплохо так он. Колесит пластилиновые просторы вселенной. Вот представляешь, такой мир создать на столе у себя, да? Ну он так и был. Ну, создал. Просто обалденно. Вот мне всегда нравились вот такие пластилиновые, вот именно пластилиновые, настоящие пластилиновые шедевры. То есть вот от Ника Парка, вот первые «Волосы Громит» мультики. Вот сейчас как бы пластилиновые мультики и пластилиновые игры, они делаются из компьютерного пластилина. То есть он видно, что отличается очень сильно от настоящего вот такого. Но он тоже неплохо выглядит и так далее, все. Ну, дух сохранен в целом. Но все равно вот от этого обычного пластилина вот есть какая-то такая вот
Я даже не знаю, что это. Ну, это как, не знаю, люди, знаете, ищут грамм-пластинки, любят шуршание на записи. Ну, нет, это совсем другое. Дело в том, что от грамм-пластинок многие ценители говорят, что там звук более живой, чем на дисках. Да, на дисках он более чистый. Ну да, а там более... А там более живой, более всякой. Теплый, так скажем. Так и здесь, наверное, то же самое. Ну, может быть, не знаю. Так, все, от этой локации нам больше ничего не надо. Все, что мы здесь можно было взять, мы все взяли. Ну, разве что сейчас еще на пушку заберемся, разок и все. Опять этот бункер. Раз, два, три, откройся. Самое интересное, что если два раза соответствующую кнопку нажать, ну, там, где мы нажимаем первый раз, то он второй раз деактивирует первый. И что, все по нолям? Подстава, да? Да. Вроде бы ты нажал кнопку, а ты, оказывается, нажал ее два раза, значит, не нажал. Все, теперь контра, ребят. Сейчас вы увидите настоящий экшен. Пластилиновый настоящий экшен. Давай. Так, координаты у нас есть. Вот так вот координаты у нас есть. Так. Так. Да, там надо слово «ох» писать. Первое правильно будет. О! Поднимаем. Ух ты, как резво она, быстрее, чем вся игра вместе взятых работает. И огонь. А, он сейчас целится еще. Там робот. Ну, робот и стреляет. Прям в табу. О-о-о, как ему прилетело. Если тогда бы мы не сдвинули медведя, мы бы сейчас промахнулись. Все. Короче, медведь подстава. Ой. Вниз. То есть, сначала в бок. Просто он убил робота. Оказывается, это преступник. Он не убил его. Бушку не пробил. Гладом. Он жив, жив. И здоров. Так, все. Теперь нам от этой локации действительно ничего не надо. Так, поднимаем мост. И на телепорт идем. Угу. Игра-то простая, ну. Да. Мы практически прошли ее там. Сейчас до телепорта дойти. Там мультик посмотреть, ну и все. Да ладно. Видали? Игра-то вообще проходится как... Когда у тебя есть листочек и многолетний опыт прохождения. Ой, Игорь, ты еще Керандию не проходил. Конечно, не проходил. Поверь, там, так, там вообще прямо. Не проходил. Я эту-то не проходил. Я больше на кино смотрю. И удивляюсь сюжету, который пока что особо не понимаю. Непонятен, да, потому что мы не смотрим. Я бы сразу лучше в колодец такой, как он передвигает сразу, петлю на шею в колодец, чтобы закончить его муки. Хотя, как бы, конечно, для того времени сделано, наверное, здорово. В духе того времени, я бы сказал. Угу. А ты помнишь квест Вич и Петька и Вич спасают Галактику? Ну, что-то про Петьку, там помню какие-то квесты. Но... Петька и Василий Иванович Чапаев. Ну, я помню, какой-то серии, по-моему, не один же был. Пять частей было. Ну, вот, да, но я что-то помню, но... Я еще помню квест это там, типа, братья-пилоты, что-то. Братья-пилоты две части было, но он вообще легкий очень был. Да, я помню, что он такой легкий. Такой простой, но на то время это российские же квесты. Мне нравилось, что он такие нарисованные, прикольно, как мультик там полностью был. И... Ну это российские же квесты. Они, российские квесты, кстати, были хорошие. В те времена хорошо клепались. Штирлиц неплохой был первый там пару частей. Петька и Вич первые две части хороши были, мне они очень нравились, конечно. Но вот, особенно первая часть, там она на трех дисках шла, пипец. Вторая очень короткая была. А вот третья мне вообще не понравилась, просто какой-то кошмар был. Радио всегда.
перепутай колбочки. Просто коктейль себе намешал. Он бокал убрал, и бокал вместе с ним увеличивается. Все в курсе, да? Потом также уменьшается. Все логично. Но это из той же серии, что если человеку-невидимке в рот положить свою руку, то рука тоже исчезнет или нет? Не знаю. Ну, много таких всяких приколюх есть. Парадокс? Если бы, да. Так, ну все, мы до телепорта дошли. Вообще-то рука не исчезнет. Смотря как ты положишь. Если ты просто засунул рот, он ее держит в зубах, то исчезнет он, рука так и останется висеть. Твоя. Так, мы идем к медведю. Точнее, к роботу и медведю. Как вы помните, там робота проломило бошку, и он упал там. Поэтому он в нашей досягаемости, мы сейчас... Вот если ты съешь сникерс, допустим, ты ешь батончик, и вот в процессе невидимости сникерс в конце исчезнет, только когда станет частью твоего пищеварительного тракта. Или вот когда вот он на стадии вот, вот в рот идет, он ест сникерс. Когда он за ртом, он же не исчезает, он же еще есть. Да, он есть. Только когда он становится частью твоего тела, иначе мы бы видели все внутренности. А мы видим все внутренности. Да? Ну, вообще Герберта Уэллса надо перечитать. О, мультик. Финальный, кстати. Один из финальных. Робот, что за дела? Добрый злой. Да, видишь, робот злой был. Кто тебя переключил? Конечно, когда уже полбашки нет, уже смирился с тем, что он будет добрый. Такой чайник, что ходит, нажимает, блин. Что будет нажимать так? В кабине пилота. Не знаешь, это ручки, да? Ну, нравится управлять игрушкой. Знаешь, как четко команда. Вот туда, он посмотрел туда, а роботу как он через рычаг дал, эй, приверни. Мишка. Ура. Задевай. Что-то само происходит. Короче, у робота есть чувство, оказывается. Книжки, да. Поэтому... Прыжок изъял. Удобный робот, правда? То есть, на смысле изъян какой-то. Других применений они не знают, просто как прыжок. Первый получил. Ё-мо, в угли ста лезет. А вот и гейка. Давай, мужик, спасай его. Это последний шанс исправить положение. Ой, какой размах. Ядреть твою колотить. Вот он, прикинь. Три червей настоящих напихали. Вместо кишков. Живой девушка, да, короче. Нифига он пропечатал. Ну, понятное дело, что он это легко сделал, потому что это постигнуло. Да ладно! Да ладно, знание пластилина, а вешать любого рода бетон. Что вообще происходит с роботом? Ты его нора? Ну, не знаю. А нет, я телепорт. Все, смерть, нет дороги домой. Какашка какая-то упала. Да тут все как бы похоже на... Это ж пустили. А, помнишь, что это штука? Короче, он ее закрутил. Что происходит? А это, короче... Нет! От Windows 95. Да.
Вот это было вообще. Он запустил вирус. Сдумайся. Windows запустил вирус. Да, я же о чем говорю. Сейчас будет пародия на Годзиллу. А, Мишку отобрали. Ё-моё, он отсканировал его, это медведь. А, это вопрос, да. Что, я их делал к самим собой? А, это у него такие проблемы. Руку захвата. Ё-моё, это у него там на спине живут уроды. Нет, честно, коричневый пластилин, это что-то вообще. Все равно, что мне в туалете кто-то выжил. Смотрите, вернулись за шапкой. Ё-моё. Чё, чем-то стреляет. Ух ты, медведь зашёл. Ой, пора черепаха оттуда есть. Да, красавчик. Медведем подмазал там. Скотина. Короче, живодерская игра, я еще раз говорю. Детям 18 плюс, пожалуйста. Смотри, грустно. Погрустнел. Здорово, ты чувствуешь? Перекинул. Ой, это слезы. Короче, этот стебет, да? Этот стебет. А, какая, я у тебя отобрал самое дорогое, ё-моё. Смотри, карате! Карате, здесь уже файт не пошёл. Блок, отличный блок, чип дэмэдж. И здорово, айрхэд! Да, что-то там бланк, бланк. Да-да-да, делайте спешл, спешл, делает всё. Нормально. Просто входит в здание, говорит, эй, ты, мудила. Медведя верни. Смотри, смотри, радиоуправляемая пушка, оказывается. Этот все там с проводами что-то там гасится. О, у него же план побега. Ну, войти в здание. Нас ранили. Ой, хорошо. Ладно, ты не жалеешься. А внутри гили, между прочим. Понимаешь. Гили, так же умрешь. Короче, трагичная игра. Да, ну типа того. Итак, мы оказались на последней локации. Да, вы увидели получасовую нить. Минут 15. Осталось совсем чуть-чуть. Так. Всё, забыл, не помнишь, какой чудо. А что, забыл, здесь три двери. Какую из них войти первую? Вот чё вопрос. Так. О, мышка! Ты нам сыр достала. Смотри, видишь? Это все, что мы тогда из трубы, я помню. Здесь три ключа. Первый, мы, помнишь, мы подобрали там. Да. Остальных двух у нас нет. Добро. Пока. Мышь автомат жрет все по-прежнему. Вот это наяривается, вообще довольны. Так, теперь поднимаемся на лифте. Вот это лифт. Ух ты ж. Все цивильно. Пластилина была, все цивильно. И вот она, последняя дискета. И сейчас мы узнаем всю историю Неверхуда. Вон и посмотреть, да можно. Да. Ну, для этого дискета. А телепорт, если это для того, чтобы если ты на какой-то локации забыл дискету. Ой. Мы почему-то ничего не можем сделать, там всего лишь шарик. Я иголку забыл. Сейчас. Несу. Все, это провал века. Да, ладно, что ты... Да ничего, ничего, все в порядке. Все нормально. Просто иголку забыл. Ну это лучше, чем за кольца дергать по 5 раз. Радио, чтобы включить. А здесь еще надо будет кольца дергать. Ну, надеюсь, ты уже правильно держишь. Надеюсь тоже, да. Так, надо просто в эту дверь зайти. Это балкон. Вот оно шило.
шило, а он и шарик, говорю, ключик держит. Да? Блин, бах, пили, взяли, понятно. Да, я что-то сразу в лист попёрся, блин. Все ли? Забыл, что надо сначала взять иголку. Сколько? Тут больше занимает, конечно, путь, то есть. Ну, да. Часть ремени. Тут все понятно. Шарик, ключ. Ну, загадки веселые, я согласен. Ну, да, да, да. Было весело. А теперь ты готовься. Ну, сначала я разрешаю. Да, с твоего позволения. Новый шарик, я разрешаю. Но шарик это только второй, держит второй ключ. Ну, понятно. А где третий? После просмотра. Да. Всего тебе дадут третий юбилейный. Все, погнали. Смотрим. Ребят, все, загрузили все. Я вам выгрузил, это еще на полчаса, чтобы знали. Мы что копили, чтобы... Да. Где-то фильм 5 частей, 6 выходит, и разом все копишь. Потом лопа марафон. Да, я тебе купил такие марафоны. Я Hellraiser, ну, оставшихся ада смотрел там 8 частей подряд. 7 частей подряд Хэллоуина смотрел, и 5-13, 8, по-моему, тоже частей подряд смотрел. А потом ушло еще 9. Я не пересматривал уже. Кстати, это достаточно весело смотреть полностью. Видеть, как из такого значительного фильма, с какой-то значительной франшизы, дерьмо происходит. Погнали! Смотри, как все ачивки заработали. Привет! И я Вилли! Вилли Баранкин! Баранкин! Эти диски – телеистория. Это рассказ о несчастных и счастливых. Эти диски – все, что осталось от подлинной истории. Истории закрытия третьего века. Узнав правду, ты будешь знать, что делать. Слушай, я расскажу тебе. Все началось с Туборга, который должен был творить, потому что он был коронован. Он сделал свою страну красивой и чудесной. Страну не верь в худо. Он должен был жить в ней вечно. Наивный. Он думал, что будет счастлив в этой стране. Но не тут-то было. Одиночество ноша тяжелая. Ему было грустно одному. Но потом Туборга осенило. Я знаю. Я куплю себе друга. Он насладится этим миром вместе со мной. Туборг был рад своему другу. Туборг пригласил Виндуса в страну, не верив худо. Все, что ты видишь, твое. Наслаждайся этим. Ты и я проведем все наши дни здесь, вместе. Вместе с тобой мы сделаем... Корона! Нет, ты на нее свой блядский глаз не клади. Эта корона... Единственная вещь, которую ты не можешь получить. Я правитель этой страны, а правитель без короны, как Билл Гейтс без своего Микрософта. Когда-нибудь ты поймешь это. Теперь иди и исследуй твой новый дом, а я пойду в мой тронный зал и подумаю о том, каких друзей мне еще купить. И так Туборг ушел, чтобы сделать еще друзей. А Виндус завис, и в его азу полезли плохие мысли. Азу. Сидя в тронном зале, Туборг думал о том, кого он еще купит. Ой. Моя корона. Теперь, Туборг, мы посмотрим, кто будет самой главной операционкой.
этого мира. Windows. Не ключ. Не ключ. Я провозглашаю себя, Windows, главным софтом страны. Не верь в худо! Ой, я надел. Все понятно. Яу! Так эта штука не так проста. А что с... У-ху-ху! Повис! Ей-богу, повис! Так эта корона дает еще и владение секретом жизни. Как жаль, что нам не быть вдвоем. Windows оказался прав. Без короны Туборг зациклился. У-у-у, этот Windows напугал меня. Все было плохо. Но, может быть, есть надежда. Может быть. Байт жизни. Байт жизни. Туборг без помощи, благодаря Windows'у. Windows глюкавый, но Вилли знает, что делать. Да! Надеюсь, Windows не просёк этого. С днём рождения! Понятно. Если ты это смотришь, Вилли счастлив, тебе понадобится ключ. И впредь твори добро, но остерегайся соблазна. Красиво. Вот бы не видел запись, что так сделал. Goodbye! Та-дам! Ух, мы посмотрели весь мультфильм. То есть, если хоть одной кассеты не хватает, он ключ тебе не даст. Хоть ты сюжет поймешь, ну уже в принципе можно. Просто там еще так подавалось, понимаешь, кассетами так, что ты догадывался до многих моментов, но как бы связать их, да, не мог. И такое это откровение было, когда ты понимал, что ты увидел, что откуда ты появился сам, вспоминаешь начало игры там. Так, мы сейчас забираем ключ. И смотрим финальный мультик. Та-дам! Ключ-чирик-чирик. Мышки насыпаны. Так, 15, 10, 14. Форму ключа заполнить. Да.
То есть одно кольцо опускает решетку, второе кольцо опускает вот это. Надо их одновременно. Как? Ну, это заставить. И что? И что? Если я отпущу, то... На, его подними. На самом деле здесь все так делается. И последний финал, гранд финал, короче. Очень странно, мне сейчас финал. Товарищ Глинка, прости, я напугал тебя. Не волнуйся, я часто глючу. Я Windows из отдела надувных игрушек. Все, что ты видишь, я создал своими руками. И хочу подарить тебе. Я научу тебя пить или курить, или зависать в самый ответственный момент. А лучше пить и курить и зависать одновременно. Смотри, это корона нашей страны. Она подарит тебе великую силу. Так что давай, решайся. Хочу отдать ее, понимаешь, тебе. Ха-ха. Здесь есть два выбора. Плохая концовка, ну, надеваем понятно. На себя, хорошая концовка, надеваем на Туборга, что, естественно, мы и делаем. Да? Подожди, разве да? Не грустную сказку хочешь? Ну, я там знаю, не грустный думаешь, финал, а плохой финал, да. Это разные вещи. Да. Мы сделаем хэппи-энд. Ну, дешево. Ну, знаете, что там все плохо кончается. Я страшен в гневе! Я запорчу твой бут-сектор! Что за бут-сектор? Это компьютерный юмор, пипец. В оригинале не было компьютерного юмора. Это дядюшка Ресерч, так сказать, сделал со своей командой. Короче, корона решает. Все остальное не важно. Все остальное для камня будет ходить, ничего не понимает. Я спал так долго. Кто разбудил меня? Глинка! Прибыл в ваше распоряжение! Это единственные слова, которые Глинка говорит на протяжении всей игры. Глинка? Да-да, конечно. Вставай, друг. А так он молчал. Спас этот мир. Постоянно. Вот что у него решает. Пушка. Новая банка! Суки сны! Знаешь, я всегда недопонимал этого парня. Пошли, Глинка. Вы должны доделать страну, не верив куда. Это то место, где все началось. Оставайся здесь, Глинка, а я сделаю тебе друзей. Такая вот. А я сделаю тебе друзей. Как он там пошел делать друзей? Так же, как и. Просто из короны достает людей. Ну, зерна. Байт жизнь. Байт жизнь. Ё-моё. А рука-то намазана хлебом чем-то там. Устал парень, конечно. Спать. Ой, ну прям смотри, к родному прилег. Ты всего сам сделал.
в этот момент там за него друзей создавали. Толпа пришла. Ну, короче, население пришло. Рота, подъем! На повестке дня сегодня знакомство с товарищем Глинкой. Просто люди появились, уже сразу армия. Рота, подъем, все уже, устав. Сегодня жить так, оборонись. Спасибо товарищу Глинка за наше счастливое детство! А теперь праздничный концерт по заявкам гулящих. Так понимаю, этот бог а-ля творец, это даже еще тут такой чувак. Ну, мы не знаем эту историю, потому что она началась еще где-то там, в зале славы, через который мы так долго шли. Помнишь? Да, да, помню. Да, давай, бошку, хорош. Говна конфетка появилась. Если кого-то с буком. Ну, он даже в оригинале, кстати, был. То есть на Windows 95-98. Ну, ничего страшного. И что-то стало грустно. А как же мой друг Вилли, наверное? Так и что ты грустишь, мать твою? Я придумал. Глинка! Глинка! Я луточки! Есть такое. В галстуке, он пришел в галстуке, ребят. Так он там был в галстуке. Не видел вообще. Да видел. Глинка, все хорошо. И на такой позитивной ноте все хорошо. Глинка, все хорошо. Какие-то однополые население, если честно. Ладно, это не важно. Заканчивается эта мега эпичная игра. Ну вы сами видели, насколько она эпичная, насколько она задротная. Ну, в плане. Если вы, конечно. Да даже если ты с прохождением проходишь. Да и то вон. Да. Вот, то есть ты знаешь, как это все проходить, но все равно ты залипаешь. Это настолько умные, как бы, эти самые ловушки, не ловушки, а фишки, так скажем. Настолько все это задротно, ну как задротно. Но, тем не менее, этот самый, квест мы в свое время обожали, проходили. И я очень много дней провел, не столько много, сколько в Керандии, конечно, но тем не менее очень много дней провел. А сейчас, как вы видите, там за пару часов мы можем вот относительно легкостью пройти, да. Пройти. Надеюсь, что история про Томминавта и его армии Крога будет не менее интересна и не менее крутая. Расскажет. Ну что, время уже подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Это было прохождение 10-й наш юбилейный выпуск. Он немножко затянулся, Retro Challenge, где мы проходили впервые игру на Windows 95, как полагалось. С вами были Бенджамин и Дженикус. Спасибо за то, что досмотрели. За то, что были с нами, да, и досмотрели видео до конца. И когда мы решали загадку, что вы целиком смотрели. Ну, это понятно. Все, спасибо, все. О, смотри. Да. Все работает. Всем пока.